Друзья, покажу вам еще одну интересную игрушку. Вот в такой коробочке она идет. Так, давайте посмотрим. Вот такой вот маленький принц. Здесь лежит от него бирочка. Такая вот интересная серия. Игрушка на прищепочке. Вот смотрите, как красиво сделана, выполнена прищепка. Все вот так вот приливается. Я для себя назвала эту игрушку маленьким принцем. Вот он сидит на грибочке, и он мечтает о чем-то о своем. У него очень красивая накидка. Она настолько ярко выполнена, приливающаяся со складками, матовые краски, лаковые вот эти вкрапления, да, стразы. Блестки показывают блестки его пушинку, пушистость вот этой теплой накидки. Такая вот красивая шляпа с пером, со стразами. Смотрите, как он улыбается, голубоглазик, мечтает там о своем, о чем-то. Безупречный маленький такой. Его хочется на елку повесить с какими-нибудь там бабочками, блесную такую интересную тематику. Ну вот маленький принц такой, да, красавчик, прелесть, малыш.